Всем привет! Сегодня на обзоре двутон диаметром 30 сантиметров. Настроен тональность Урса минор в ноту ля. Строим в 432 Гц. Порядковый номер у него 684. Давайте слушать. Для прослушивания лучше использовать хорошую акустику либо наушники. Можно заниматься бесконечно. Инструмент имеет очень объемный, обволакивающий звук, длительный сустейн и такое, как бы стоячую волну такую, когда то есть она прям обволакивает вас. Здесь идет цветовой узорчик градиентом, закрученный в такую спираль галактику. От голубых, бирюзовых к сине-фиолетовым оттеночкам лепесточки выделены другим цветом, серебристым. Лепесточки, которые пониже, они выделены, которые повыше, они идут цветом, цветом таким же, как сам корпус. С обратной стороны больше фиолетово-бордовых оттенков. Ножки из натуральной кожи. Ножки позволяют вам поставить его на твердую поверхность, и он уже не поцарапается. То есть, если вы куда-то пришли, вам не нужно искать, когда вы достали инструмент, какие-то мягкие места, чтобы его поставить. Ставите прям в любое место. На пол, на асфальт, на стол, куда угодно. Вот. Вторая функция ножек – это звук. Можно поставить на стол и играть, и он будет звучать. Главное, чтобы на столе не было посторонних предметов лишних, которые будут резонировать с инструментом, потому что он все свои вибрации будет передавать столу.
Не все, конечно, часть вибрации, потому что гасятся они на ножках. Вот. Но чтобы этого не было, лучше всего ставить его на ноги себе и играть. Тогда вы не только слышите звук, но и чувствуете все эти вибрации, которые передаются инструментом. Они передаются в ваше тело. Лакировочка здесь идет с блестками. Они переливаются как звездочки в такой галактике. Лучше это видно на солнце. Но сейчас искусственное освещение и солнца у нас мало зимой, поэтому записываю так. К сожалению, с таким освещением, ну, хуже передается расцветка инструмента, но тем не менее, как мог, так описал словами. Пожалуй, все рассказал. Ну, единственное, можно к такому инструменту приобрести дополнительный чехол. Все варианты есть на сайте. В описании есть ссылки все. Переходите, смотрите, задавайте вопросы по контактам удобным способом для вас. Если что-то не увидели, можете просто написать комментарий. Я отвечу. Стараюсь на все комментарии отвечать сразу. Ну а так заходите на сайт, смотрите варганс.ру. Там много вариантов. Можно выбрать один, допустим, такой дизайн, но с другим звуком. Или наоборот, такой звук с другим дизайном или размером. Можно гравировочку сделать, любой рисунок там и так далее. То есть много всяких вариантов по заказам. Такой вот на сегодня обзор. Всем спасибо за просмотр и всем хорошего настроения.